Вот сижу у печи. При свечах. Изготовлены восковые свечи из чистого воска, который выделяют пчелы. Воск из заброса. Ну, та, которая внутри граненого стакана, она как сирена мелькает постоянно. А та, которая вытянута из стакана, горит идеально и очень красиво и уверенно. Какую первую тушить? Ладно, вот эту, которая ближе. Запах благородный. Да, это действительно запах. Есть еще такое мнение, то что восковые свечи, они очищают воздух. Конечно, постоянное мелькание оно напрягает. Ладно, дальше продемонстрирую четкое, уверенное горение. Перетушим эту. Красиво горит. Мелькания нет. Здесь оно уже понятно. Свет включать вполне.
Но это не мелькание. Скажем так, все относительно. Это был просто маленький перерывчик. Подольше надо задержаться, так что доказать полностью. Включаем свет. Ну просто она задохнулась чуть-чуть. Вот. Не было как таковых мельканий. Но горит, конечно, красиво, четко, уверенно. Ребята, котяры тут, внучок с бабушкой развлекается. Так, ну вот, ну, надо вынимать. Вынимать из стакана и жечь, как обыкновенные свечи. Вот. Ну, воск он сужается. Сужается на сантиметр. То есть восковая свеча, она ровно на сантиметр уже становится. И элементарно выходит из стакана. Вот так. На сантиметр. Ну, в общем, по пол сантиметра по бокам. По 5 миллиметров по бокам оно. Уже стакана. Уже внутренности стакана. Ну, все чисто, натурпродукт. Это воск натуральный, конопляная веревка, на гаечке, ну, грузик, гаечка, сверху стакан, и заливается просто воск туда. Тоже элементарно все вынимается. Ну, на ночь обычно их ставят. Ну, в принципе, как только оно станет уже, можно сразу взять и зажигать.